вами канал Ирочка.инфо. Привет! Сегодня мы с вами Линой будем открывать новый подарок. Да, это подарок для Милинки. Он такой большой. Видите? Тут есть куколка Мия и единорог Ончо. У него есть рог, очень красивые крылья. Еще у него есть корона, разные принадлежности. Так, садись. Мы его сейчас откроем и посмотрим поближе. Так, отсюда мы его сейчас откроем. Смотрите, обратите внимание на крылья. Видите? Еще у него такая грива. Так. Видите? Вот. Такая грива. Рог красивый, корона. И еще вот такие вот принадлежности. И тут. И хвостик тоже. Какое шикарное платье у нашей феечки. Она в мультике такая же красивая. Еще вот такой вот бантик с розочкой. И ручки двигаются. Ей нравится он чего. Еще для ее волос есть расчесочка. Они такие красивые, их можно расчесывать и делать разные прически. Платьишко шикарное на лямочках. У нее есть узоры, покрытые блестками. И золотистые розочки. Серебристые. Еще серебристый рог, серебристая корона. А знаете, когда Ончо нуждается в помощи, то у нее загорится корона. И Мия всегда приходит на помощь. Мия очень добрая и помогает разным животным. Это ее животное. Ончо. Ей очень нравится с ней играть. Она с ней выходит гулять. И ухаживает за ней очень хорошо. Вернемся к нашему единорогу. Я бы вам хотела сказать, что у него тут есть кристаллик, если видно. И каждый ребенок, когда подходит к нему, к Ончо, он не боится, потому что смотрит на кристаллик и идем сразу к родителям. Этот кристаллик волшебный, запомните. В этом мультике Мия имеет очень много друзей. И Амелина всегда смотрит этот мультик и приходит и говорит: «Мама, мама, я хочу такой подарок, хочу такой подарок. И вот твой подарок. Хочешь посмотреть на Мию?» Или хочешь на лошадку? На лошадку. Ну, давай. Вот. Держи. Как будто вы ходите гулять, да? Мия, дай ей ручку. Какая молодец. Подружились уже. Да? Смотри, какие крылышки. Тебе нравятся? Крылышки летают. И ты летаешь у нас. Летаешь. Так, смотри, я бы тебе хотела показать рог.
и корона. Ты же всегда мечтала о короне. А вот твоя лошадка теперь имеет корону. И ушки милые. Еще расческа. Это аксессуар. Вот. Так. Давай расскажем ребятам, что происходит в мультике. Если вы смотрели... Девочки, девчонки, если вы смотрели серию, где Ончаун упала, тогда у нее загорелась корона. И Мия прилетела, у нее в мультике есть крылышки. Мия прилетела со своей толпой друзей. И знаете, как она помогла Лирии встать? Как Лирия тяжелая, она взяла за руки всех своих друзей, и они вместе подняли Лирию. Вот видите, если вы всегда с друзьями, то они вас всегда поддержат и будут вам помогать. Если вам понравилось мое видео, то ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал irochka.info. И пишите мне побольше в комментариях и поддерживайте меня, ведь для этого, друзья. Пока! Пока!